Разгрузить Лежневскую улицу – именно такую непростую задачу поставили специалисты мэрии. И первый шаг к этому уже сделан. Улица Кудряшова раньше прерывалась в районе 5-й Калиновской. Дело в том, что трубопровод здесь был проложен на поверхности земли, перегораживая проезд. А в этом году при замене участка труб установили П-образный компенсатор над проезжей частью. Как следствие, движение стало интенсивней. И по просьбе местных жителей данный участок оборудовали всем необходимым для безопасности пешеходов. По многочисленным просьбам жителей и для обеспечения безопасного перехода через проезжую часть были организованы пешеходные переходы с искусственными дорожными неровностями и также с установкой всех необходимых знаков. Но это лишь начало изменений. В дальнейшем Кудряшова станет дублером Лежневской улицы, а значит, позволит хоть немного разгрузить эту крупную городскую транспортную артерию. Дорожные работы запланированы на будущий год. Долгожданный светофорный объект в местечке Авдотин на перекрестке улиц Революционной и Дюковской наконец заработал. Установили его здесь в октябре. Здесь два фактора. Первый, конечно, это обеспечение безопасности движения, в том числе и пешеходов, потому что находятся социально значимые объекты, детский сад, школы и, конечно, отвлечение пропускной способности. В рамках предпроектного обследования были изучены транспортные потоки и их направления, поэтому выбрано несколько фаз регулирования. Они будут зависеть от времени суток и дня недели. Конечно, учитывая, что район спальный, будет рассчитана фаза регулирования больше на зеленый сигнал для транспорта, и потом уже будет нормальный режим работы в течение дня. Светофор этот существенно облегчит жизнь не только местным водителям, но и тем, кто в Авдотино проездом. Работа по улучшению дорожной ситуации здесь продолжится. Ситуацию по пробкам и по дорожно-транспортным происшествиям мы будем контролировать, оценивать и, если что, вносить изменения в работу светофорного объекта. Кроме светофора на перекрестке появилась дополнительная полоса, хотя и без ляпов не обошлось. То, каким образом сейчас установлены дорожные знаки, мягко говоря, вызывает сомнения. Указатель пешеходного перехода за переходом в метре от земли, другой прямо посреди тротуара. Как нам пояснили в мэрии, знаки временные, окончательно объект пока не принят. Специалисты проследят, чтобы подрядчик устранил огрехи уже до конца этой недели. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.